Здравствуйте, на связи Валентин Шаронов, и в этом видео я хочу рассказать вам об уникальном и очень прибыльном способе заработка в Буржунете, который доступен каждому желающему. Способ основан на использовании всемирно известного американского сервиса ClickBank, а его уникальность заключается в том, что мы можем создать себе источник стабильного пассивного дохода всего за один день. Иначе говоря, мы в течение одного дня настраиваем все необходимые рабочие процессы, а дальше система функционирует самостоятельно, без какого-либо нашего участия. Причем вложений никаких не требуется, а знания английского нужны самые минимальные, и доход будет идти вплоть до нескольких лет на полном автопилоте. Сколько именно вы можете таким образом зарабатывать? Давайте рассмотрим на примере моего личного кабинета. Вот мы вошли внутрь, и вот моя статистика поступлений на баланс. Давайте немного приближу, чтобы было лучше видно. В общем, смотрите сами. В этой табличке отображаются поступления за последние две недели. В среднем получается от 150 до 200 долларов в день. Когда как. Сегодня у нас 12 марта, полдень. Пока всего 78 долларов. Но к концу дня, я уверен, будет минимум в два раза больше. Чуть выше идет табличка с суммарными поступлениями за месяц, разбитыми на недели. В неделю выходит обычно 1000 долларов плюс-минус. А за последние 30 дней мой общий заработок составил более 4300 долларов. При этом нужно отметить два важных момента. Во-первых, доход все время понемногу растет и никогда не падает на дистанции. Во-вторых, этот доход поступает в абсолютно пассивном режиме. Около 4 месяцев назад я один раз настроил систему, и теперь все, что делаю, это захожу в кабинет и отслеживаю статистику. Мне даже выплаты отдельно заказывать не нужно, так как деньги тоже выплачиваются полностью автоматически и сразу на карту. Чуть позже я покажу. После просмотра этого видео вы сможете получить пошаговую инструкцию и в точности скопировать мой шаблон заработка. Делается все элементарно и буквально за 5-7 часов, без вложений знаний английского. К слову, если вы волнуетесь насчет языка, то все проблемы решаются путем нажатия одной кнопки мыши в Google Chrome, и ваша страница будет переведена. Хотя мне, например, удобнее на английском, уже привык. Сразу у вас, конечно, не будет таких заработков, как у меня. И они не будут идти так равномерно. Поступления будут волнами. Например, 3 дня ничего, потом сразу 60-70 долларов. Потом снова сколько-то дней ничего, и опять что-то капнет. Нужно просто ждать. Здесь действует накопительный эффект. И доходы будут постепенно увеличиваться и поступать чаще. В среднем заработки растут на 1000 долларов в месяц. То есть, к концу первого месяца зарабатываете 1000, к концу второго уже 2000 и так далее. Почему так происходит, скоро расскажу. Для начала давайте объясню, что такое вообще ClickBank. ClickBank – это самый известный и крутой в мире сервис партнерских программ. Здесь продаются очень качественные и дорогие цифровые продукты, некоторые из которых имеют определенную специфику, которая обеспечит нам пассивный доход. Давайте посмотрим более подробную статистику вчерашних поступлений. Как видите, вчера, 11 марта, я заработал 186 долларов, и всего было 4 транзакции, и они сделали кассу. Особенность ClickBank в том, что партнерам, то есть нам с вами, авторы продуктов платят очень высокие комиссионные. Вам не обязательно делать десятки продаж, чтобы хорошо зарабатывать, как, например, в Рунете. Здесь, в Буржунете, достаточно сделать несколько продаж, и вы уже в очень хорошем плюсе. У меня, к слову, в прошлом месяце как-то было так, что я продал всего лишь один продукт за день, и за это мне начислили более 300 долларов. Но самое главное – это специфика самих продуктов, то, о чем я упоминал раньше. Давайте перейдем в каталог, и я покажу наглядно. Здесь есть такой тип продуктов, как рекаринг, то есть закрытые клубы с ежемесячными абонентскими платежами от клиентов. Это значит, что продав единожды такой продукт, вы будете каждый месяц на полном автомате получать комиссионное вознаграждение, так как покупатель продукта должен будет платить за участие в закрытом клубе абонентские платежи. Теперь вы понимаете, откуда берется пассивный доход? В Рунете такой технологии и в помине нет, а здесь есть. Теперь еще интереснее. Зелененьким цветом под продуктами выделено такое значение, как Average Rebuild Total. Оно показывает, сколько именно вы в среднем будете получать каждый месяц за одну продажу такого продукта.
И вот, например, продав этот продукт, вы будете получать почти по $300 ежемесячно. Вы только вдумайтесь. Один вшивый раз продаете продукт, и потом очень долгое время получаете с него по $300 в месяц. Как вам такая прибавка к зарплате? И это всего за 5-7 часов работы, после которых к ней можно не возвращаться вообще. А если вы продаете продукт 10 раз? А если 10 таких продуктов по 10 раз? Видите перспективы? Конечно, не у всех такие высокие отчисления за продажу. В основном меньше, по $50-100, но тем не менее. За счет того, что старые продукты, которые вы продали в прошлых месяцах, будут приносить вам автоматическую прибыль в следующие месяцы, а вместе с ними будут идти новые продажи, ваш доход все время равномерно будет увеличиваться. Это абсолютно уникальная технология, и в мире нет ничего похожего. С выплатами здесь также нет никаких проблем. Вот мой аккаунт сервиса Pioneer. Сюда мне на карту автоматически раз в неделю приходят выплаты. Вот они за последние 30 дней. Эти деньги вы можете как угодно тратить, оплачивать покупки, снимать наличные в банкоматах. Повторюсь, данная система заработка единственная на сегодняшний день, которая полностью гарантирует стабильный, постоянно растущий пассивный доход вплоть до нескольких лет. Все, что вам нужно сделать, это выделить для себя ближайший свободный день, например, выходной. Либо просто несколько вечеров после работы. Далее, один раз выстроить и запустить специальный механизм согласно инструкции. И все. Затем можете вообще забыть об этом кликбанке. Больше делать ничего не нужно. Ходите на работу, учебу, занимайтесь своими делами. А тем часом ваш пассивный доход будет понемногу капать и капать. И спустя какой-то непродолжительный отрезок времени вы зайдете в личный кабинет и будете в шоке от того, сколько вам накапало. При этом первые деньги можно заработать уже через день, два, а иногда и вовсе в этот же день после старта. К концу четвертого месяца у вас будет такой же результат, как у меня. Думаю, неплохо так получать по 4000 с лишним долларов каждый месяц, потратив когда-то на работу всего один день, а теперь ничего не делая. В общем, о возможности заработка я вам рассказал. Читайте подробнее информацию на странице ниже. Если появятся вопросы, задавайте. Я буду рад помочь. Спасибо за понимание и до новых встреч.